Это вид с нашего балкона. Вот внизу. Немножко дальше, тут не очень видно. Там мы питаемся завтраками, ужинами. И там дают очень много разной еды. Дальше бассейн. За ним сразу пляж, если чуть-чуть спуститься по лестнице. Музыка какая-то играет, китайская немножко. Вот прямо под нами пьяно-бар. Сейчас вот не очень видно. Ну вот прямо передо мной рояль, закрытый пленкой. Играть на нем будут вечером. Вот. А вот это вот на крыше, примерно сейчас в центре экрана, это Барби. Она там, видимо, загорает. А может, кто-то ее хотел жестоко скинуть с балкона. Вот. Вон там, вон между деревьями виден фонтан. Чуть-чуть вот справа тоже за деревьями какая-то типа часовенка, что ли, не знаю. Ну вот. Вот и все. Мы на третьем этаже. Есть еще подвал, там тоже бассейн. Ну, там неинтересно сейчас купаться, потому что и так прекрасно на солнышке можно искупаться. Небо, как видите, чистое совершенно. Прекрасно. Мы сейчас пойдем тоже кататься на велосипедах. И, может быть, купаться. Все, всем пока.